Здравствуйте, меня зовут Кривошеева Ирина Геннадьевна, мне 46 лет. Почему я в тенши? До знакомства с компанией я больше 10 лет отработала в охранной структуре, была оператором видеонаблюдения. До этого я работала еще водителем трамвая 8 лет. Почему я пришла в компанию? Ну, все элементарно просто. Когда работала в охране, искала подработку, так как была семья, денег не хватало. Что меня здесь заинтересовало? Ну, во-первых, это то, что можно работать на себя. Несмотря на то, что сколько бы ни работать по найму, в итоге будет все равно один результат. Это пенсия в 10, максимум 15 тысяч. Тем более я видела людей, пенсионеров, которые, несмотря на свой преклонный возраст, искали подработку. Я так не хотела. Что меня второе заинтересовало, это система наставничества. Несмотря на то, что новая сфера деятельности, всегда есть человек, который тебе помогает, который тебя направляет, ну и который, в принципе, заинтересован в моем росте. Ну и третий момент – это накопительный маркетинг-план. Увидела, что здесь можно заработать столько денег, сколько я сама захочу, не зависеть ни от кого, и реализовать свои цели, одна из которых у меня – купить квартиру. Еще заинтересовало путешествие, что очень хочу путешествовать. До знакомства с компанией нигде, в принципе, не была за пределах Красноярского края. И сейчас работаю на юбилейный бонус – хочу сильно получить премию от компании «Тинши». Ну и что я хочу пожелать вам? Принимайте решения и начинайте действовать. Всем пока!